Нормально укол. Одели, опустили в воду, все это затопили, чтобы вода набралась в шланг, чтобы не было воздуха там. Если будет воздух, то тогда не заработает система. Набираем полный шланг воды. Вот, видно, вода пошла уже, вот она сама течет. И мы ей помогаем. Вот как раз. И все. Вода теперь, которая выкачивается из бассейна, поливает нам малину. Ну пока. Вот он мусор, вот он, мусор пошел, его видно, вот он. Ага. Вот он. Его видно. Прошли сутки, как мы набрали зеленки, налили зеленки сюда в бассейн. 3 пузырька зеленки вылили. Сутки он отстаивался, бассейн. Вода стала более прозрачной. Я должен заметить, борта, они не скользкие, борта чистые, сухие, без всяких проблем. Следующий этап нашего эксперимента – это добавление перекиси водорода. А самотеком мы будем чистить, вообще ничего не тратя. Не затрачивая никакой электрической энергии, никакой другой энергии, мы не будем затрачивать. Только энергия весла. Вот она где. Вот она где. Вот она где. Ого. Видно, да? О. Еще раз напоминаю, вода идет самотеком. Не удивляйтесь, что она переходит из бассейна через борт сама. Ничего страшного в этом нет. Это законы физики так работают.